В общероссийский бюджет из Тверской области в этом году поступило 33 миллиарда рублей. Это выше, чем по Центральному федеральному округу и даже выше, чем средний показатель по России. Региональный бюджет налоговые структуры обеспечили в размере более 26 миллиардов рублей. И все-таки главной задачей остается сокращение дефицита регионального бюджета. Необходимо не только полностью исполнить доходную часть бюджета, но и сократить объем недоимки, усилить работу по выявлению налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога. Я уверен, что наше управление, которое по праву является одним из лучших в России, справится с решением этих сложных задач. Надежда Дмитриева работает в управлении Федеральной налоговой службы с момента ее создания. Она положила начало династии. Ее дочь также выбрала эту профессию. Сейчас работать чуть-чуть сложно, намного сложнее, чем когда я начинала работать, чтобы, ну как сказать, не отчаивались, чтобы любили свою работу, относились к ней хорошо, и все получится у всех. То есть работа наша все равно интересная, трудная, но интересная. Впереди у работников налоговой службы трудовые будни. Сейчас стоит задача увеличить доходы бюджета на 4 миллиарда рублей. Таким образом, сократить дефицит бюджета в 3 раза.